Всем привет! Как утеплить контейнер или комнату дома? Для начала мы сперва сделали обрешетку. Обрешетка вот с таких брусьев. Брусья пятерки у нас. Вот они. Потом между ними этими брусьями уложили стекловату. И сверху накрыли клеенкой полностью. Также вот весь потолок, стены. У нас, в принципе, был цельный контейнер. Вырезали под окна дырки. С него вставили также в окна. Сперва наварили уголки по краям под размер окна. И потом уже вставили в окна уголки, и в эти уголки прям шурупами по металлу вкрутили. Также вырезали дверь. Дверь перевалили, дверь у нас железная. Вот в данный момент сейчас мы уже накрыли фактически потолок, стены. Сверху будет идти